Здравствуйте, вы смотрите программу «В мире здоровья». Я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, психолога, парапсихолога, биоэнерготерапевта, члена-корреспондента Академии технологических наук Украины, руководителя Центра развития личности при Академии технологических наук Украины, родину Наталью Владимировну. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы с вами общались перед программой, ждали начала, и, ну, на мой взгляд, вот, я думаю, что у нас состоится очень интересный разговор, не только для нас, но, естественно, для наших телезрителей. Вот все вот эти, вот парапсихолог, психолог, биоэнерготерапевт, вот эти как бы три разные профессии, в то же время совмещенные, да, вот в вашем лице. Вот даже сложно сформулировать вопрос. Это призвание, это обучение, этому можно научиться, или с этим нужно родиться? Как вас повела жизнь по этой стезе? Вот все, как вы сказали, вот все так и есть. Это и призвание, это и обучение, это и предназначение, с которым я живу в этой жизни. То есть это смысл моей жизни – развивать человечество, помогать людям, спасать людей от их невежества, хамства, от их внутренних страданий, болезней и ранних смертей. То есть делать все, чтобы мир был лучше. Угу. Я живу этим, это управляет мною. Я дышу своим трудом, я дышу тем, что я делаю. Скажите, насколько сегодня человек психоэмоционально устроен? Вот можно, допустим, вот вы, наверное, проводите какую-то аналитику 5 лет назад, 10 лет назад и сегодня? И насколько вот эта психоэмоциональность его, вот эта структура психоэмоциональная влияет на его жизнь? В первую очередь влияет на жизнь. И если вы заметили, сейчас на планете происходят очень серьезные изменения. Многие люди становятся психически неустойчивыми, психически неуравновешенными. Что такое психические заболевания? Какая это структура внутреннего состояния? В первую очередь психика – это работа функций головного мозга, которая должна быть созвучна с функциями души. Когда она прерывается, ум говорит одно, а душа закрыта. Дисбаланс. Да. Вот тогда у человека происходит измененное состояние мышления, неправильное. То есть человек убежден в какой-то своей иллюзорном каком-то состоянии, хотя оно неправильное, оно выдуманное, придумано, но он не может уже этого осознать, потому что душа не дает сигнала, правильно это или нет. Это происходит, как правило, с людьми, которые не развиваются духовно, в первую очередь не работают над состоянием своей души, с людьми, у которых нет добра, у которых нет сострадания, понимания, у которых нет тепла душевного. Когда человек находится в страхе, друзья мои, люди, которые находятся в гневе, в страхе, в обидах долгий период времени, вы будете со временем наблюдать их психические разрушения и изменения. Это я вам говорю как психолог, я работаю с этими людьми. Для того, чтобы это не случалось, победите свою агрессию, победите свои страхи, поймите, что страха нет. Страх – это то, что выдумывает сам ум, неразвитый ум, ум, который не может ответить на те или иные какие-то события или вещи. А поверьте, если что-то происходит, знайте, есть этому ответ, и обязательно этому есть объяснение. Ищите, стучите, и откроют, и найдете. А вот если говорить о мыслях, да, вот мы говорим, мысль материальна, вот ты подумал, то есть ты подумал. Мы никогда не задумываемся о том, что, возможно, эта мысль, ну, как бы пришла не потому, что ты подумал, ну, вот как-то я так, да, говорю, не совсем четко. Вот, формирование мыслей, контроль сознания, вот в этом повседневном использовании, когда каждый день, ну, скажем, мы этим пользуемся, да, мы думаем, мы осознаем что-то, мы анализируем. Ну, скажу вам, что ученый мир, изучаем мысль человека, работу функций головного мозга, работу его клеток, когда мы думаем то или другое, пришел к выводу того, что наши мысли создают внутренние процессы, влияют на работу наших органов, или понижают частоту, или повышают частоту, за счет чего мы или болеем, или же наоборот, мы имеем здоровое состояние организма. Мысль – это вибрация, которая окружает нас вокруг. Существует энергоинформационное поле, внутри которого мы с вами живем. Наш датчик мозг, мозг – это датчик-приемник, который принимает эти мысли, обрабатывает и нам в виде мысли выдает. Мы думаем все, что все мысли придумывает человек. Нет, мои хорошие, нет, ничего подобного. Все создано до появления человека. Человек выбирает
И существует закон свободы воли, права выбора. То есть, вот, извините, выбора. Я вас на секунду перебью. То есть, когда тебе говорят, да, с таким, ну что ты так думаешь негативно? Вот ты думаешь, оно сбывается. Вот если ты не будешь так думать, то все будет хорошо. Насколько верно такое суждение? Это правильное суждение, да. Когда мы, просто нужно осознавать, когда мы думаем что-то плохое, мы же можем себя остановить и начинать думать хорошее. Да, мы же можем. Мы можем, мы волевые создания. Но когда человек поддается размышлению разрушительных мыслей, он создает пространство, он притягивает пространство и материализует эту мысль у себя в своей жизни. И он получает то, о чем он думал неделю назад, две недели назад, месяц назад. Да, друзья мои, относитесь к этому с большой осторожностью и внимательностью. Думайте только хорошее. А если возникает что-то плохое, а ведь человек эволюционирует на протяжении уже многих эпох, много жизней уже люди попроживали, и у них есть такая копилка, которая называется подсознание, где хранится весь прошлый опыт человека. То есть это не генетическая память? Это генетическая память. Угу. Да, друзья мои, где есть даже память о том, как человек был зачат. Да, и к этому пришли уже ученые, да. Понимаете, друзья мои, нужно развиваться, нужно работать над собой, нужно раскрывать свой потенциал того высшего состояния, которое находится внутри каждого из нас. Каждый человек совершенен, просто это совершенство сокрыто у него внутри. Вот скажите, часто так, ну, люди говорят, и вот для нас, ну, для меня точно не секрет, бывает такое состояние, говоришь, у меня так душа болит. Вот прикладываешь руку сюда, говоришь, вот у меня болит душа. Ну, вроде бы, ну вот что это? Сгусток каких-то нервов, да? Вот что, такое понятие, вот болит душа. И вот сразу второй вопрос. Насколько верно такое понятие, что не духовное развитие, а вот именно, как бы мне это сказать правильно, вот когда душевное вот сострадание, все проходит, человек должен пройти сам эти страдания для того, чтобы его душа, ну, приобрела, вот говорят, душа рождается от страданий. Прежде всего, да, вот она проходит вот эти все этапы, она формируется, и она становится вот той, которая вот носителем каждый человек является. Насколько вот это действительно верно, и что такое душа вообще? Это действительно вот какое-то скопление, и болит ли вот эта фраза «болит душа»? Да, мои хорошие, и эта боль даже чувствуется на физическом уровне. Угу. То есть эта боль даже физически ощутима. Человек чувствует вот что-то такое, как давит, как вот как кол, как кто-то туда, вот знаете, вот так вот человеку больно сделал. На самом деле это происходит в том случае, когда душа не развивается, когда она не эволюционирует в закрытом теле человека, в деградирующем теле человека, и она начинает болеть. Когда нет эволюции для нее, она зажимается, закрывается, болит, а потом находит возможность для того, чтобы покинуть тело такого человека. Ведь какой есть смысл находиться в теле, которое не развивается, где ум берет верх над всем духовным и, в частности, над душой. А иногда ум так человека накрутит, что душа не выдерживает, действительно начинает болеть, закрываться, как энергетическая структура, и находит возможность для того, чтобы покинуть тело такого человека. А душа может болеть от предчувствия чего-то? Да, друзья мои, душа, как величайший механизм. Вообще, что такое душа? Ну, если сказать простыми словами, для того, чтобы понятно было простым людям, душа — это... Ваша душа – это часть души самого Бога, Создателя, Отца, Творца, Высшего Разума, как угодно называйте эту личность, сверхличность. И вот его состояние находится внутри каждого человека. То есть душа – это то, что является знанием Высшего Разума, высшей творческой силы и энергии. И это знание приходит сюда, на эту планету, с одной единственной целью – познать это знание на опыте, то есть пережить это знание в этом мире, потом пережить другие более высшие знания в других более совершенных мирах, потом в других более, еще более совершенных мирах. И в конечном итоге, в процессе своей эволюции, душа хочет вернуться туда, откуда она пришла. С уровня рая, друзья мои, существует самое большое материальное место тела в космосе, которое называется раем, райской обителью. Существует три уровня рая. Нижний уровень рая, средний и верхний уровень рая. Оттуда пришли души ваши. Если посмотреть на структуру души, то можно сказать, есть только одна душа.
это душа Создателя. А все вне ячейки соответствуют каждому из вас. То есть, получается, есть там широкая душа, большая душа, черная душа. Это другое, друзья мои. Это вы говорите об опыте, который приобретала душа. Угу. Широкая душа, добрая душа, у нее есть очень много опыта. Угу. Она себе и раздает налево-направо, потому что она понимает... А есть черная душа, есть душонка. А есть такое, да. Молодые души их называют, да. Угу. Неразвитые еще, нераскрытые, не познавшие себя. То есть человеку может быть достаточно много лет, а душонка у него слабенькая, да. Понимаете, она слабенькая не потому, что она плохая или ее статус хуже. Нет, друзья мои, все души одинаковы. Они все являются частью Творца-Создателя. Но каждая имеет свой индивидуальный опыт. Угу. Но оказывается, для того, чтобы душе познать, что такое высшее, сначала она должна познать, что такое низшее. Вот как. То есть вы не можете понять душой своей, что такое горячо, не зная, что такое холодное, холодно. Угу. Не понимая разницы, не зная разницы, вы не можете раскрыть свою душу. Так вот, душа раскрывается через опыт как разрушительного характера, так и созидательного. Но набив шишек, душа каждого из нас устремляется к высшему, к лучшему. Устав от страданий, души человеческие начинают искать выход сложных ситуаций. Они устремляются к счастью. И как только они устремляются, находятся книги, литература, интернет, учителя, знакомые, которые помогают им в этом развитии. Получается, человек, в принципе, должен быть готов к тому или иному этапу. Вот, например, нельзя человека заставлять, уговаривать или говорить, ну как же так, например, прийти в церковь, да, там, прийти на службу. Наверное, его душа еще не готова к этому. Да. Каждый человек должен прийти сам к этому. Точно, очень Иначе правильно. Иначе никакой пользы не будет. Очень правильно. Вы говорите замечательные слова. И это слова, пусть люди запомнят эти слова. Друзья мои, никого никуда не тащить, не заставлять нельзя. Если вы это делаете, вы нарушаете закон свободы воли, право выбора каждого из нас, которым наделено все космическое богатство и иерархия космическая. Мы не имеем права куда-либо, кого-либо тащить. Это неправильно. Только по своему внутреннему осознанию, пониманию и желанию нашей души мы можем идти или в церковь, или туда, и куда вы, как вы, как вы считаете нужным. Свобода воли, право выбора. Вы знаете, я вот вспомнила, вот я, как бы, скажем, человек советского времени, да, рожденная в то время, и моя бабушка, она верила в Бога, всегда были в доме иконы и всегда соблюдала там традиции. Когда приезжала к ней в гости, всегда она говорила, там какой-то праздник, там шить нельзя, там или убирать нельзя. А я этого не понимала, для меня это было непонятно. Я постоянно пыталась вот как-то, как это нельзя, ну что здесь такого, да, что случится от того, что я там пришью пуговицу. А уже с годами, вот, допустим, понимая какие-то там дни, праздники, у тебя какой-то барьер. Вот тебе вроде бы как-то тебя что-то останавливает. Это что, уже приобретенный опыт? Или это метод проб и ошибок? Понимаете, вот как вот, казалось бы, вот я в каком-то определенном, это вот, я не знаю, дань моей бабушки. Что вот происходит? Почему так? На самом деле это называется самопрограммирование. Mm-hmm. Есть такое выражение, когда мы сами себя программируем. Вот кошка перебежала черная дорога. Все, возвращайся, не иди никуда. Хотя мы могли бы запрограммировать себя на счастье, на успех, удачу, процветание. Перебежала кошка, значит, что-то будет хорошее. Вот если мы верим в это, ведь происходит то, во что мы верим, понимаете? И вот эта наша убежденность в качестве программы, которую говорила вам бабушка, она вас убеждала в чем-то, она создает нам реальность жизни. Да, друзья мои? В этом участвует эмоция, в этом участвует опять-таки ваша мысль, о которой мы сегодня говорили. Но почему так старые люди почтительно относились к высшему разуму, к Богу, да? Они считали, что один день нужно отдавать Богу. И это правильно, друзья мои. Это правильно еще только потому, что отдавая Богу один день, человек полностью энергетически восстанавливается. Он перезаряжается, он внутренне раскрывается, он отдыхает. А ведь нашему физическому даже организму, нашему, разве не нужен отдых, друзья мои? Когда человек загоняет себя в работе, он очень быстро изнашивает свой физический организм и покидает этот мир, и в нем также томится душа. Нужно все делать правильно, и отдыхать, и трудиться,
и радоваться, и планировать, и жить правильно. А вы знаете, вот мы заговорили о церкви, о религии, о Боге. Вот с одной стороны, я, правда, не знаю мнения, ну, вот, там, священников, да, служителей церкви. Вот хотелось бы узнать ваше. Допустим, мы часто слышим вот из, скажем, ну, вот какие-то там в церкви, какие-то священнослужители, да и вообще описано в литературе явление там того или иного святого, да, то есть это считается нормальным. Когда мы говорим о парапсихологии, я не знаю, вот мне почему-то кажется, что церковь, наверное, могла бы как бы не принять это. Хотя, с другой стороны, возможно, дело все в слове «явление» и «парапсихология». Вот насколько это вот одно и то же, или все-таки это разные вещи? Ну, явление – это явление, а парапсихология – это наука, которая изучает нераскрытые способности человека. Есть сновидение, есть назнание и так далее, интуиция. Человек, имея эти способности, а каждый имеет эти сверхспособности, даже есть органы, внутренние органы внутри головного мозга, которые отвечают за эти сверхспособности. Это гипофиз, гипоталамус и эпифиз. Раскрывая эти железки, у человека активизируется мозг не на 5, не на 3, не на 5%, а на 10-15%. И тогда он может видеть другие измерения. Он может видеть, как вы говорите, называете это параллельными мирами. Другие измерения – это и есть параллельные миры. Он может видеть даже пространство этого мира намного шире. Ведь каждый человек, живущий здесь, на этой планете, этот мир воспринимает и видит только на 8%. 92% всего, что происходит в этом мире, люди не видят. Да, возможно, так устроен человеческий глаз, да, что есть такие вещи, которые человек не может видеть. Нет, друзья мои, опять-таки дело не в глазах, опять-таки дело в мозге. Мозг человека не развит. Простите, что об этом говорю, это так и есть. Если бы мозг работал на 100%, люди были бы сверхлюдьми, они были бы имели бы все развитые и открытые сверхспособности. Видит-то, глазки наши воспринимают фотонные частицы световые, передают эти импульсы в затылочную часть головного мозга, а затылочная часть головного мозга обрабатывает вот эти фотонные частицы. Это так называемый продолговатый мозг, да? Да, мозг рептилии, да. И мы видим с вами мозгом, мы не видим с вами глазами. Наши глаза могли бы воспринимать больше, если бы мозг обрабатывал. Сигнал, да. Вот скажите, как вы относитесь к такому мнению? Говорят, что каждый человек приходит на эту землю, запрограммирован выполнить какую-то определенную программу. Он ее выполняет, и он уходит. Неважно, что это. Родить 10 детей, построить завод, не знаю, там, создать партию. Вот, ну, по-разному, да, там, посадить парк. Вот человек выполняет свою функцию, и вот, может быть, мозг у каждого по-разному, скажем так, ну, задействован в этой жизни, что вот определенная программа, и наверное, не существует, да, сегодня человека, у которого мозг бы работал на 100%. Нет, не существует. Смотрите, друзья мои, когда вы рождаетесь в новое воплощение, вы с собой приносите все те наработки, которые вы в прошлом забрали, ушли, где-то там побыли в каком-то из измерений. Потом эту базу вы приносите сюда, подбираете родителей по геноме, по генетике, чтобы ваша программа базовая прошлой жизни соответствовала геному родителей в этой жизни. Подобрав этих родителей, вы воплощаетесь, развиваетесь и рождаетесь. Конечно, ваш мозг будет работать на тех частотах, на том уровне, на котором он работал раньше. Но задача любого мозга, работая здесь, на этом уровне, подняться на ступень выше, то есть развить себя до уровня выше, высшего интеллекта, высшего духовного развития, высшего научного творения. То есть человек, когда приходит сюда в новое воплощение, он всегда ставит перед собой задачу подняться на ступень выше, выполняя это задание или же другое задание. Только в этом есть процесс эволюции. Если бы мы приходили сюда и оставались на том же уровне, на котором мы пришли, тогда не было бы никакой эволюции, была бы полная деградация. Кстати, сейчас многие люди действительно не эволюционируют, друзья мои. Многие люди... А почему? Материальные привязки. Никто же людей не развивает, друзья мои. Ну, никто. Вот я вам скажу, глядя на все, вот что происходит сейчас, никто не заинтересован в развитии людей, чтобы люди были умнее, более осознаннее, более чище, более духовнее. Никто не заинтересован. А вот казалось бы, да, фильмы снимают,
спектакли в театрах ставят, книги выступают, выпускают. В конце концов, есть интернет, да, где можно найти, там, прочитать, посмотреть и тому подобное. У нас много церквей, у нас много каких-то там открывается школ. Почему? Опять-таки. Это ленность человека? Возможно, мозг современного человека запрограммирован на что-то другое? Но мы сами себя программируем, мы сами создаем внутри себя те или иные программы. Мы могли бы, если они нам не нравятся, отказаться от них, но мы, тем не менее, им служим. Понимаете, друзья мои, на этой планете сейчас завершается старая эпоха. Эпоха прошлого состояния жизни, разрушительного состояния. И планета долгий период времени находилась в состоянии деградации и разрушения. Были чуть-чуть взлеты, ну а потом опять сложные падения через войны, катастрофы и так далее, и так далее. Сейчас пришла эпоха нового развития. И сейчас, в будущем, будут воплощаться люди только те, которые развиты. То есть неразвитый человек, он уйдет вообще с процесса эволюции с этой планеты. Потому что все находится в процессе эволюции, весь космос в эволюции, и эта планета в процессе эволюции, и каждый из нас. Но только по отношению к людям мы можем или отвергнуть эволюцию, развитие себя, или же наоборот принять и воплотить это в жизни. Тогда мы открываем перед собой вечное состояние бытия. Только хотела, вот вы завершили, а я вот мысль сформировала, не дожидаясь того, как вы закончите, говорить. Возможно, мы чувствуем приближение, скажем так, но если говорить конца, поэтому все и не развиваемся, да, скажем, ну, уже там по течению плывем. Я хочу обратить внимание наших телезрителей, что в воскресенье в 11 часов вы можете посетить открытый научный семинар «Развитие и контроль возможностей сознания». Он будет проходить по адресу, ну, в Одессе, естественно, значит, это большой конференц-зал отеля «Мирный», 9-я станция Большого Фонтана, вход бесплатный. Вот есть телефон, можете звонить и задавать интересующие вопросы, там, справки. Это 099-252-43-06, 252-43-06, 099 набираете перед основным номером. Что это будет за семинар, о чем вы там будете говорить? О возможностях человека, о его природе, о том, как правильно управлять жизнью своей, как сделать так, чтобы пришло счастье, как сделать так, чтобы быть здоровым человеком, устроить свою личную жизнь, как найти свое предназначение и выполнить это предназначение, вообще как стать счастливым. Ведь, друзья мои, вы приходите в этот мир не для страданий, нет, мои хорошие, вы приходите сюда для счастья, а страдания – вы выбираете сами. Ну, я думаю, что было бы неуместным спрашивать, да, на какое время рассчитан этот семинар, потому что, естественно, будут и вопросы, и ответы, и сложно сейчас сказать, как долго он будет длиться. Но, тем не менее, судя вот по нашей беседе, как лично для меня, я думаю, что это будет очень интересно. Тем более, если у вас есть какие-то вопросы, вот меня мучили там вопросы на протяжении там многих лет. Вот у меня была возможность перед эфиром задать моей сегодняшней гости. И, вы знаете, вот получила ответы, и как-то, вот можно сказать, в голове все стало где-то на свои места, да, потому что вот многие годы ты не понимаешь, вот почему это происходило, почему ты это видел. У нас осталось совсем мало времени, и я бы хотела вот еще такой вопрос. А как вот современные люди сегодня, какое у них представление о смерти, да, вот, ну, понятно, что кто-то боится, кто-то не боится. Не знаю, насколько ли правда, когда человек говорит, что он не боится. Ну, мы не будем говорить о тех людях, которые там умирают в страшных муках и молят, да, там, о смерти. А вот само понятие вот той смерти, вот человек в отчаянии, ну, мы знаем, да, вот, ну, это, наверное, нормально, да, когда вот ребенком родители накажут, вот, а ты плачешь и думаешь, вот, умру я, будете рыдать, а уже ничего не вернешь, да, вот. И периодически человека посещает эта мысль в разные периоды, когда вот сталкивается с какими-то трудностями, отчаяниями, вот, раз, вот, думает, вот, чтобы все это закончилось, а вот взять мне там, выброситься там с какого-то там этажа, а вот напиться мне таблеток. Ну, кто-то об этом думает и не делает, ну, а кто-то это делает. Вот насколько поменялось восприятие смерти современное сегодня? Люди абсолютно ничего не знают о смерти, но подсознательно некоторые ее хотят. Почему? Потому что для души вашей смерть – это свобода, это рождение, это радость. Это раскрытие своих способностей, она раскрывается, когда покидает физическое тело человека. Для одних людей, для тех людей, которые прожили достойные жизни.
Если человек прожил никчемную жизнь, жизнь в агрессии, в ненависти, в зависти, в жадности, в войне, такую душу ждет тяжкое испытание. И эти души потом помнят этот тяжелый опыт послесмертный. Вот почему многие боятся смерти. Они подсознательно помнят то чистилище или же то адское состояние, в котором они пребывали, как им казалось, вечно. Потому что почему вечно? Нет времени в послесмертном опыте. Душа переходит в свое вечное состояние бытия, того состояния, которое она накопила здесь, в этой жизни. Вот почему призываю вас к добру, к пониманию, к состраданию, чтобы вам и здесь хорошо жилось, и на том свете было радостно. От нас с вами зависит послесмертный опыт. Как счастье, как и несчастье. Все зависит от нас с вами. Ну да, многие люди очень боятся, допустим, как, скажем так, нагрешили в этой жизни, да, или там с кем-то были какие-то определенные негативные отношения, и многие думают, вот умру, там, не дай бог, на том свете встретимся, да, и... Но и вот по самый последний вопрос. Если душа, да, покидает тело, то тогда какая разница, где телу быть, в раю или в аду? Оно же все равно ничего не будет чувствовать. Нет, мои хорошие. А вот надо понимать, что у человека-то не одно физическое тело. У человека 6 тел тонких, 7-е – физическое, 7 чакр, 7 тел. Так вот, когда умирает физическое, приходит в распад астральное в течение 36 часов, но остается ментальное и 4 духовных тела. Угу. И вот эти духовные тела продолжают жить в том пространстве, которому они сами принадлежат. Какой опыт и вибрации у них находятся, то есть эти вибрации и опыт создают им проявленные миры. И это состояние рождает им видимое пространство, в котором они находятся вечно. Спасибо. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня гостьей программы «В мире здоровья» была Родина Наталья Владимировна, психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии технологических наук Украины, руководитель Центра развития личности при Академии технологических наук Украины. В воскресенье в 11 часов пройдет открытый научный семинар «Развитие и контроль возможностей сознания». Вход свободный. Будет он проходить в большом конференц-зале отеля «Мирный». Это на 9-й станции Фонтана. Есть телефон 099-252-4306. Звоните и интересуйтесь более подробно, как попасть на семинар. Повторюсь, вход свободный. Спасибо вам, что это время провели вместе с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся.